Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из МВД России по Ленинскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий около лесного массива вблизи деревни Суханово был остановлен автомобиль, где в качестве пассажира находился 25-летний житель Рязани, подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра злоумышленника, а также в его рюкзаке, полицейские обнаружили 48 свертков и 16 пакетов с различными веществами, 2 рулона изоленты, скотч, маркер, а также электронные весы. Согласно заключению эксперта, содержимое одного из изъятых свертков является наркотическим средством – мефедроном, общей массой свыше 550 граммов. Остальная часть направлена на исследование. Как пояснил сам правонарушитель, другие изъятые запрещенные вещества являются гашишем и так называемой солью. Сам ты являешься наркозависимым? Да. Что употребляешь? Мефедрон. В каких дозах, сколько количества? Около 2 лет назад употреблял систематично, раз в неделю, наверное. Последнее время, очень полгода, не употреблял, пару раз только. В отношении задержанного следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.